Островок цивилизации среди парковочного хаоса. В Одессе уже месяц работает первая муниципальная парковка на Екатерининской площади. Она, как всегда, забита, но привычных людей в зеленых жилетах тут нет. И на наше большое приятное удивление, паркомат в рабочем состоянии. Оплатить парковку можно как наличными, так и банковской картой. К нашему приятному удивлению, в час пик на парковке находятся свободные места. Вдвойне приятнее, что между машинами не бегает псевдопарковщик с требованием заплатить хотя бы 5 копеек. Водители нововведения тоже оценили. Куда приятнее закинуть 5 гривен в паркомат, нежели отдать их нетрезвому парковщику. Вот помните, как было здесь раньше, что вы подходили? Да, стоял пьяный мужик, который что-то от тебя хотел. Естественно, никто ему не платил. Я стою постоянно. То есть мне удобно. Я увидел паркомат, есть место, заплатил. Все, все более чем. Очень даже. Вы оплачивали наличными? Нет, картой. Помню, да. Помню. Было дуже погано, брали гроші. Зараз не беруть, все хорошо, я думаю, добре. А сколько с вас обычно? Я не пам'ятаю, ну, з мене не брали, бо я так приїхав, так став і поїхав. Парковка рассчитана на 42 места. Здесь стоят 3 паркомата, которые принимают оплату наличкой, банковскими картами или с помощью смартфона. Но припарковаться бесплатно, безнаказанно не получится. Ну и куда же без нарушителей? Находятся и такие водители, которые отказываются платить 5 гривен парковки. Но на каждого автохама находится свой инспектор по паркованию. Он видит, что водитель не заплатил, и выписывает штраф. За час наших наблюдений мы встретили минимум 3 инспекторов по парковке. У каждого из них в руках планшет, которым и вычисляют нарушителей. Мы смотрим, чтобы было по лобовым стеклам, и мы через свою программу видим, по госномеру автомобиля проведена проплата или нет. А если, допустим, человек оплатил за час 5 гривен, но стоит уже 3? Мы тоже видим, что он оплатил за час, и если человек по истечению 10 минут после окончания оплаченного времени, мы уже имеем право точно так же выписывать штраф, как за заданную оплату парковки. За пренебрежение правила водителю придется заплатить штраф в 20-кратном размере от стоимости парковки в час. На наших глазах инспектор сканирует номера и дает нарушителю 10 минут на исправление. Этот водитель, он оплатил? Вот вы пробили по базе. Не оплатил. Не оплатил? Не оплатил. Сейчас процедура, вы выписываете штраф. Да. Ну, я сейчас сфотографировал автомобиль. По истечении 10 минут я еще раз вернусь к этому автомобилю, если не будет произведена оплата за парковку. Я делаю еще одну фотографию, что он остался на своем месте, парковку не оплатил и выписываю штраф. Некоторые водители учатся на своих ошибках. Молодому человеку за все время неоплаченной парковки набежало 1000 гривен штрафа. Теперь, где находится паркомат, ему точно не забыть. А сейчас не заплатил, оштрафовали. Мне вчера на 1000 гривен они оштрафовали. Инспекторы? Ну да. Но даже если не оплатил, не поставил эту штучку, и штраф будет 1000 гривен. То есть вы теперь уже знаете, что нужно подойти и оплатить? Да. Научены. Ну вот, иду оплачивать, да. А вот когда раньше были люди в этих зеленых жилетах, желтых, сколько с вас они обычно там требовали? Ну, я помню, они не требовали, сколько дашь. Угу. Есть 20, дашь 20, есть 50, дашь 50. У него никогда, ну, как у всех. Наши ожидания, к счастью, не оправдались. Перед ревизией мы готовились увидеть неработающие паркоматы и все тех же парковщиков. Таких островков цивилизации явно не хватает в черте города, где пока еще правят рыночные отношения. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».